Не позволяйте мошенникам проникнуть в ваши гаджеты. Мошеннические атаки на гаджеты происходят практически ежедневно. Злоумышленники рассылают вредоносных троянцев для кражи учетных данных пользователей. Цель мошенников – получить удаленный доступ к вашему смартфону и счетам. Чтобы уберечь свой гаджет от кибератак, используйте антивирус. Не сохраняйте пароли и коды доступа от банковских приложений на телефоне. Не переходите по фишинговым ссылкам. Будьте финансово грамотными вместе с fingramota.kz.